Массивы в языке Си. Массив – это структура данных, в которой хранятся однотипные элементы, располагаясь в памяти последовательно друг за другом в порядке возрастания индексов. В языке Си индекс первого элемента 0. Начиная от 0, индексы двигаются вперед 0, 1, 2, 3 и так далее. Еще раз. Первый элемент имеет индекс 0. У нас одно единственное имя на все эти ячейки. Область памяти под массив выделяется разом. То есть, когда программа просит у операционной системы, либо операционная система загружает программу в память, то вот этот блок, он не рассматривается ни операционной системой, ни калькулятором, как отдельные ячейки. Как отдельные, они будут рассматриваться уже на этапе работы с ними. То есть, как шкаф с выдвижными ящиками. При этом поиск по индексу в массиве происходит очень быстро, даже если массив огромный. Нам не надо его перематывать как бобинную кассету. Само устройство оперативной памяти, Random Access Memory, памяти произвольного доступа, позволяет вынимать данные из того или иного ящика массива, по сути, мгновенно. То есть, еще раз. Произвольный доступ означает, что скорость доступа к элементам памяти, а значит и массива, в порядке 0, 1, 2, 3, 4, 5 и так далее, точно такая же, как если мы будем запрашивать из массива первый, миллионный, третий, 17, 2017. То есть в любом порядке скорость будет точно такая же. Дальше. Держите в памяти вот то, что начинается от нуля. Количество элементов 6. Последний допустимый индекс 5. Понимаете, да? Есть вот эти тонкости, связанные со сдвигом. Это нормально и правильно. Вы к этому через некоторое время привыкнете. И еще важный момент. Обращение к элементу массива в языке C — это прямое обращение к памяти, которое компилятор не контролирует. Когда вы будете обращаться к аитому, вот вы будете обращаться к аитому и будете указывать здесь переменную и, вы сможете обращаться динамически то к одной, то к другой ячейке, но компилятор будет реально делать попытку доступа вот в ту ячейку, которую вы написали. И если я напишу сюда доступ к А7, то я, по сути, попытаюсь достучаться к ячейке, которая находится вот там. Понимаете? Там, вот тут вот. Никого нету. Тут никого нету. Там сидят нолики и единички, которые я ложно интерпретирую как человечка. Понимаете? Ложно интерпретирую. То, что там хранится, оно может быть совершенно вообще другого типа, да и, как сказать, на самом деле оно могло по-другому в байтах располагаться. В смысле, это могло быть, что называется, две соседние переменные разных типов. А самое худшее, что может произойти, это когда вы, выходя за границы массива, попадаете вообще в чужую память, которая вашему вычислительному процессу не принадлежит. Ну, из-за того, что операционная система защищает вычислительные процессы, виртуализация памяти и все такое, вы, конечно, никогда не доступитесь к чужим процессам, но ваш процесс будет снят с исполнения. Он получит по башке и до свидания. Поэтому учтите, что язык C не контролирует выход за границы массива. Можно ли пользоваться отрицательными индексами? Вопрос от Python юзера. Я сам выступаю в качестве Python юзера. А можно ли вот так вот доступаться с отрицательными индексами? Ответ да, но не то, что вы ожидаете. В питоне там этот минус один, это значит последний элемент списка. Но список очень высокоуровневая структура данных. Язык C, он поступит очень просто. Минус первый элемент — это что? Это элемент, который находится над, ну как бы над нулевым, да, то есть в смысле он в памяти оперативной перед нулевым находится. Вы точно хотите этого?
Отрицательный индекс это, ну, практически гарантированно выход за границу массива. Вот. Ну, вот такие вот интересные вещи. Несмотря на то, что массив является потенциально опасной структурой данных из-за вот этого выхода за границы и бесконтрольного доступа к памяти, тем не менее, он является самой быстрой структурой данных, которая только может быть. Почему? Да потому что он является родной структурой данных для оперативной памяти. В следующих видео будем писать алгоритмы.